Итак, всем привет! Вы на канале Эрик Антона. И мы выполнили Food Champs Weekend League. Золото 3. Вот, прошло дня 3. После того, как я сыграл 25 матчей, FIFA сейчас, как бы, Food Champs можно было дальше играть, проходить, да, опять отборочные. А именно карточки, сразу говорила FIFA, что дадут только через несколько дней. После окончания следующего отборочного турнира. Вот я зашел в Food Champions, выскочила такая надпись, но наверное, сейчас будут наборы. Да, смотрите, мне дают 20 тысяч монет. Наверное, все-таки мы сейчас купим стерлинга. Мне дают один золотой премиум набор и мега набор. Так. Все, я так понимаю, в мега набор. Это, наверное, мое достижение. Лучше. Давайте сейчас сразу попробуем. Да, наборы попали сюда. Давайте сейчас сразу продадим кого-нибудь. Муса. Ну, наверное, все-таки. Да. Ну, раньше вот надо убирать. То есть, ну, молодой, что с него взять? Ничего с него не возьмешь. Выставим на трансферный рынок, мы его купим за 4500, а что он такой дорогой? Как я покупал таких дорогих футболистов, если он стоит 2, даже 1800? Ужас, просто ужас. Не знаю. Что-то как-то, как я такого купил дорого? Непонятно. Давайте пойдем купим стерлинга на трансферном рынке. Так. Стерлинг. Данин Сталиш, я имел в виду. 48. Так, 35. Вот, в принципе, 5 минут, да? Как раз когда можно попробовать купить. Это все долго ждать. Давайте вот попробуем купить за 35500. Максимально купить. 38 есть, за 38. 37500, ну тогда я не буду давать 30, больше 37500. Мы его лучше так купим. Так, ну пойдемте пока посмотрим. Какие наборы мне попались. Погнали. Давайте мега набор попозже посмотрим. Блин, там 30 предметов. Ё-моё. Вообще просто бомба. Хуан Фран, правый защитник. Хуан Фран. Так, давайте сравним цены. Дорогой. Не, ну это явно не дорогие футболисты. То есть этих мы всех выставляем по обычной цене. Уже, кстати, до него остались же уже перебили. На удивление. Так, давайте. Так что уже надо это. Давайте сравним цены. Вот Флетчер, один из моих любимых. Но его можно купить за 650. Кто у меня его будет покупать дороже? То есть, ну даже да, из таких логических соображений, что вряд ли его кто-то купит дороже у меня. Давайте Вимер. Ну блин, ну это слабый игрок, реально. Так, Андре. Давайте посмотрим, сколько он стоит. За сколько его можно продать. Ну да, вот тоже 1100. То есть, ну понимаю, ну вот я начну. Ну вот так я начну. И с Рами будет то же самое. То есть, ну, подыму чуть-чуть. То есть вот Хуан Фран, единственный Хуан Фран может стоить очень долго. Сейчас мы посмотрим.
4500, 4300, ну да, вот единственное. Кого стоит взять? Попробовать вот так пока попродавать. Так, давайте попробуем сталь же все-таки купить. Так, у меня сразу продажа пошла. Кто у меня продался? Радуванович какой-то. Сразу продался. Так, 36 250 ставим. Так, ну что, сталь же перебили. Что-то дорого уже, по-моему. На то и выходит, по-моему, да? Ну давайте подождем. Потому что вот, давайте смотреть. А, уже даже нет, по-моему, критерия. Капец, уже купили, что ли? Ну, короче, он возвращается, ребята. 38 250, вот это самое лучшее, что можно купить. Ну, берем, берем, да. Покупаем Данила Старриджа. Ставка, нет, не ставка, вот так вот, да, 38 250, и назначаем его быстро. Быстро, быстро. Отправляем его в текущий состав. Ну и сразу сейчас поставим его на ближайший матч. Посмотрим, как он себя проявит. Так, 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 так. Давайте сразу уберем. А, ну так, такая же, блин, вообще еще дороже даже. Капец. А, ну понял, да, то же самое. Ну просто пипец. Полный бред. Давайте я сразу сейчас состав поставлю на ближайший матч. Между прочим, я уже в четвертом дивизионе. Блин, я обидно не вышел в третий дивизион. Это был, короче, предпоследний матч. Предпоследний матч. Мне надо было просто выиграть, и я все, я как бы в высшем дивизионе. Я проигрываю 2-0. В итоге вырываю победу на последних минутах. Там такой стрёмненький навесик, что-то удар головой. Пофигу, короче, забиваю. Просто сразу рвется связь. Вроде как у меня. И мне присваивают поражение. Ну а потом матч, который уже следующий был, как бы. Еще у меня был шанс, да? Но я его просто слил. Нет, это был на корпоративе. И после него пришел пьяненький. Просто пролетел мимо. Капец. Да. Ничего хорошего. А, так, кто-то еще продался у меня. Вимер. Да, наверное, погорячился я. Ну ладно, ничего страшного. Ребят, давайте мега набор. А сколько редких там? 18, блин, 30 предметов. Ой, 30 предметов, мега набор, 30 предметов. Ну давай. Что я рвал жопу 26 матчей, 25 и сколько-то там отборочных. Ну вот ничего такого я тут не увидел. О, рокот. Давайте сравним цену. Старт будет от 1400. 2600. Сборной, давайте ее выставим на продажу. Так, физическая форма. Отправить все отмеченные в клуб.
Я предлагаю следующее. Делать все-таки постепенно. И вот этих давать начинать от 900. А то что-то совсем как-то дешево получается. Слушай, тут какой-то крутой чувак. Бесек, давайте его вот так. Начнем его вот так продавать. Так. Сравним цены. 600 уходит. 900 это готов дать. ФДПП. Слушай, возможно, тоже неплохо стоит. Сейчас посмотрим. Так. Что-то тут пока непонятный старт. Вот это точно стоит прилично. $900,300 сделаем. Схитрим, схитрим чуть-чуть. Так, теперь вот этих продадим, простых ребят, смертных, так сказать. Ну да, честно, чека от мега набора как-то чего-то другого. Другого ожидалось. Хотелось какого-то более-менее игрока, может быть, интересного, да, ну, которого можно продать задорого, но ничего такого не получилось. То есть все ребята простые. Браво, по-моему, тоже копейки стоит. По-моему, на него уже попадался. Ну-ка, или я, может быть, ошибаюсь. А, слушайте, нет, слушайте, браво-то стоит нормальных денег. Старт от 9006, слушайте, не. Браво можно пропать. И может быть тоже, кстати, дорого стоить. Нет, тоже, к сожалению, дорого не стоит. Стоит по-обычному. Так, у меня уже, кстати, десятка. Незаметно набежало. Кто-то опять у него продался. Сейчас посмотрим. Так. Ну и кто это? За 4. Блин, я так дешево сделал, что ли? Это, походу, был какой-то крутой чувак. Блин, вот я лопух. Блин, вообще валет, походу, я. Ну ладно, ребята. Слушай, сколько получилось. Все, спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что вы сначала, конечно же, посмотрите мои 25 матчей, как я шел к этому золоту 3, там и были интересные матчи и на последних минутах, и когда я все игры атаковал и не мог забить, то есть чего только не было. Все, спасибо вам большое за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, как вы играете, чего вы добиваетесь. Всем пока и играйте в FIFA. Все, удачи!